Дорогие друзья, с большой радостью хочу представить вам новый наш онлайн-проект, онлайн-школа Indigo. Этот проект мы очень долго готовили. Он предназначен для родителей, для воспитателей, для педагогов, для всех тех, кто хочет помочь нашим детям стать более счастливыми, более целостными, более сильными, помочь нашим детям раскрыть их творческий потенциал, их предназначение, помочь им сформировать правильные навыки, как действовать в этом мире. Это очень важный проект. Почему? Потому что, знаете, как объясняют специалисты, все будущее человека закладывается до 5 лет. Те программы, которые мы формируем до 5 лет у ребенка в психике, потом они начинают проявляться всю жизнь. И подростковый возраст – это примерно такой же возраст. Это возраст, где ребенок, полностью зависимый от родителей, он становится личностью, обретает внутреннюю силу. И поэтому то, как взаимодействовать с ребенком, с подростком – это очень важная культура, которой мы как взрослые должны учиться. В итоге нам всем дается этот очень важный долг по исполнению нашего предназначения – помочь детям, нашим или тем, кто рядом с нами, потому что это будущее человечества, будущее страны, в каком-то смысле и наше будущее, потому что мы не должны уйти из этого мира, не оставив здесь ничего. Все лучшее мы должны передать детям. Все не самое лучшее, что есть в нашем характере, в нашем опыте, мы должны сжечь, мы должны трансформировать. Ну что, добро пожаловать в этот проект. Еще раз очень счастлив его представить. Уверен, что вы получите очень глубокие знания, навыки. Мы очень тщательно продумывали эту программу. Не один месяц ее готовили. Привлекаем лучших педагогов. У вас будет сопровождение кураторское. Вы сможете под руководством опытных наставников изучать знания, а не просто слушать о них в онлайн-режиме. Вы сможете разбирать свои личные ситуации, понимая, как лучше действовать в том или ином случае. Но иначе говоря, это обучение будет практичным, предельно практичным. Мы хотим вам дать очень глубокое такое сопровождение, чтобы вы приобрели очень всесторонний такой глубокий опыт взаимоотношений с детьми. Ну что, добро пожаловать в школу Indigo. Радуюсь вместе с вами, что мы начинаем этот проект.